Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Сегодня мы решили продолжить нашу традицию и приехали большой компанией в Вилково, чтобы порыбачить на Дунае. Уверен, что нас ждут яркие и необычайные моменты. В прошлом году наша компания была меньше, где-то примерно в два раза, у нас было пятеро. Сейчас у нас уже 11 человек, и уверен, что в следующем году у нас будет еще больше. Планируем быть на рыбалке 3 дня, провизии взяли на неделю, поэтому считаю, что у нас все получится. Это первая часть видео, скоро ждите продолжения. Всем приятного просмотра. А, подожди, а что воды нету? Где она делась? Она ж была. Где вода? Где вода? Выпил? Это ваш этот... выпил, да. Кум ваш выпил воду? Блин. Всю воду выпил, а что ты думаешь? Да, друзья, если вы помните, в прошлом видео показывал, как кум Женин пил воду, да? Да. Ребята! Короче, вы поняли, да? Воду можно не брать с собой. Назад, туда. Что, сели? Подойти не могу. Паш, приди к центру. Да, все, поставь. Да? Да. Да, все, подожди, дай я хоть залезу, бляха. И знаете что? Ёпья. Через вортанец отлично. Честно, вот так более безопаснее сидеть. Не дышать. Так как-то стрёмно. Бать, да я сейчас волны пойдут. Кто хотел экстрима? Больше всего этот капитан переживает. Ну, конечно. Что, кто сильнее что всех? Что тут с спасательными жилетами? Что здесь? Что у тебя по спасательным жилетам? Нема. Смешно, бляха. Ни хрена не смешно. Оно вот оно. Надувные плотики где лежат? Спасательные жилеты. Смотри, только это резко, только не поворачивай. Сережа, в прошлый раз ты поймал большого-большого карпа. Да, да, да. Что ты сегодня решил? Сейчас я хочу уже сома, уже карпом. Покажи, какого ты хочешь сома. Как минимум, как я вот так. Чтобы... Как ты? Да, да, да. Метра полтора. Так он же, Александр, он же, сколько ты червей? Пять коробочек, самый больше. Пять коробок черного червя. Черного червя. Друзья, вы поняли, если хотите поймать червя, вернее, черного, поймать сома большого, надо брать пять коробок червя. Минимум. Минимум. Улыбаемся и машем. Так, где он, говорю, на чердаке? О, красота. Слушайте, вообще ветра нет. Круто, да. Тишина. Ты же умеешь погоду подбирать. Ну да, смотри. Вообще. Полнолуние. Посмотри, какая тишина. Слушайте. А? Так, Михалыч, тут надо содержимое у тебя чуть-чуть взять. Руки. Да я понял. Топливо. Топливо. Стекло. Руки. Горох. Где там на чердаке? Да. Да. Польный вперед. Почему с мягким знаком? Машинално. Это тут наши вещи. Ёпперный театр. Да. Так, если я смотрел, у нас был рыбацкий турнир, где там было в этом, в первом причале. Что, место в принципе хорошее, ну, отлично. Место большое, вообще рассчитывал так, чтобы под поляну большую, людей там много. Ну да. Да, вам тут хватит с головой. Я думаю, что да.
лагерь можно где-то там чуть ближе. Там, да не, ну вот уже прямо уже готовые вот под палатки. Так, Жень, скажи, пожалуйста, что тут у нас по глубине? 7-8 метров. Так, клюет. Сазан, сон тут, рыбец, карась, все, абсолютно все. Хищник? Судак, да. Да? То есть есть как бы снасти на судака, можно покидать как клея. Ага. Ну так будем делать. Добро. Ладненько, будем разгружаться. Друзья, матрас сам надувается. Такой, то есть я его открыл и закрываю. Все этого воздуха, в принципе, достаточно. Делаю, не знаю, что делать. Пока ничего не делаю. Думаю, где рыба? Уже так. Три удилища заброшено, да? Да, трубки забросил, но... Но? Но, тишина. Саша, рассказывайте. А что рассказывать? Ну... Готовимся ловить рыбку, большую и маленькую. Ага. Главное не забывать ее выпускать. Будем ловить на флет? И флет тоже. Я просто под камышиком хочу попробовать. Раз, два, три, четыре, пять штук? Да, всего пять будет. Ну, это экспериментальное, которое я кидаю. У меня везде разная насадка. Абсолютно везде. С одним крючком у меня? Конечно, есть? Только с одним. То есть количество крючков не нарушаете? Нет, нет. Ни в коем случае. Дов же плюнул, и он стоит. Так у нас один, блядь, на двоих, сука, где-то... А у нас тоже один на двоих. Это что было, Валер? Это я включил эту штуку. Андрей, вы уже забросили остановку? Нет, пока еще нет. Мы морально созреваем. Вот, и планируем охотиться ночью на сома. Поэтому купили два ведра черных червей, притом никому не хватило. Пришлось брать их за 70 километров от города. А, это та, которая провалилась. Но слава богу, все с червями. Теперь осталось быть всем самами. Алюминиево это не оставь. Ну, посмотрим. Главное, чтобы ваши... Это факт. Это как бы свершившийся уже практически факт, просто это он еще нематериален. Да? К вечеру все будет. Алюминиевый подсадок, да? Нет, это под... То есть будем кушать жареного сома? Вообще не вопрос. Валерий, как вам сегодняшняя рыбалка? Пока замечательно. Да? Настроение отличное, позитивное. Ну, а вылов, скажем так, увидим по итогу. Ну да. Мы приобщаем. Главное, мы приобщаем. Видите, мы... Главное процесс. Паша, вы каждый раз все больше и больше людей приобщаете к нашему движению «Все для клёва». Конечно. Я стараюсь. Я выполняю всю самую ответственную работу. Я это заметил. Да, шашлык я жарю, бляха-муха. Сейчас закормим. Ну, не знаю. Тут вроде бы течение не такое, как в прошлый раз было. Значит, кормушка гелик 120, думаю, выдержит. Здесь нут и горох. Что ждете? Поклев. И? И пока нет. Понятно. Палатку еще не расставляли? Еще нет. Понятно. То есть, все впереди. Главное сейчас уже начать ловить, я правильно понимаю? Да, да, да. Ждем в ожидании чуда. Ну что вы ловите? Два макушатника и фидер. Фидер на опарыш. Понятно. А макушатники на волосы? На волосы или как? Не, просто. Пенопласт на обычном крючке. Пока не знаю, пока проводу розвідку, не знаю, поки що від черв'яка до силіконки, змішані приманки, силіконки з горохом і просто чистий черві, чистий горох, поки перевіряємо. Пока для такого русла не досить широкого, блін, доволі сильне течення, треба теж це враховувати і
пока улавливаем. Тактики пока. Кормушка сколько грамм? 110 с гороха. Стоит нормально? Ну, досить непогано, в принципе. Если на 2 часа кидал, впало где-то на 11, ну, такое. На 11, надо, да? Да, надо, то есть... Минимум где-то метров 8 есть. Да. Да, 1,80 метр приблизно. Ну, пока понятно. Очікуем першу поклевок. Цікаво було. Ну, просто смысл в том, что еще команды не было ловить. Сейчас но... я заброшу, поймаю первую рыбу, и после этого, пожалуйста, ловите сколько хотите. Ну, можу поспорити просто. Ну, в минулому році перший я спіймав рибу. То есть, можливо, право першого піймати рибу за мною залишається просто так. Пока учишься. Горох я вижу, да? Горох, да. Горох собственного приготовления. Там горох уже собственного приготовления, но с легким бродением. Такой эксперименты по макухе, разная макуха, солнечная, кукуруза, горох, все пробуем. Пока непонятно. Ну тогда я уверен, тогда, что у вас все получится. Обовязково, да. Ну а что так долго шел? Вон рюмка налита. Не, Паша, я с бутылкой не бухаю. Сало. Это не вот. Опа. Есть. Так, друзья мои. Первая рыбка. Ну это. Ну это даже нельзя брать. Ё-моё, это ж первый карасик. Это карпик. Карпик! Это карп. Ё-моё. Это карпик, но такой. Первый карпик, друзья мои. Да. Хочу отметить, кто поймал этого карпика. Кто сказал, что поймает первым этого карпика? И кто его первым отпустит? Ты с ним договорился просто заранее. Ну конечно. Я, во-первых, не с ним договорился, а еще договорился еще с. С этим самым. Женя. С Женей, да, с переводчиком. Что, Женя? Ну, там где-то и цепляет. Ну да. Что с ним мелко договаривался? Первый карпик, это надо. Он специально, он ждет трофея. От трофея такого. Нет, ну, такого. Надо но... было налить. Он мне тогда сказал, что наливают и отпускают. Это наливают, да. Отпускают. Наливают. Так он сейчас расскажет. Паша, покажи. Ага. А это туда же. Козлик. Козлик. Да. Да нет, это... Козленочек. Е? Кормушка, да? Ну, чуть тяжеловато, может даже и рыба есть. Что-то есть, да. О, есть, да. Чуть больше, чем твой. О! Что, тебе подсак давай? Да, можно. О, карпик, елки-палки. Человеку говоришь, что не, а он не хочет. Я ждал, когда он подрастет. Не, еще малой. Вот это какие плюшки. Не, он у меня самый большой, не? Ну да, ты пока самый. Топ. Самый большой. Да не, ну килограмм есть точно. Есть. Бля, клевок я книжный вообще. Ну, я тебя поздравляю, у тебя самая большая рыба пока. Да. Бигфиш твой. Принц зрительских симпатий. Короче, лещ переспал старательно. Скажем так. Слушай, ну вообще супер. Прикольный лещик. Угу. Смотри какой. Как тарань, слушай. Ну я же говорю, лещ с таранькой. Может, это поздно. Да нет, ну он лещ, вот он, морда леща, да, вот тут, как бы все повадки леща. Вот и плавник верхний леща, а вот размер как бы таранёвый. Угу. А морда вот такая вот тупая, лещёвая. Угу. Так, что там у тебя? Вот рыба, оказывается, рыба есть. И рыба пойдет у нас на уху. Рыбец. Походу это рыбец, да? Слушай, а он не в красной рыбе? Он не в красной книге? Да нет, рыбец. Точно? Да. Ну ладно. Смотри, короче, что 6,9, да, у тебя? 7 метров. 6,6, да. Это базовый режим, мы сейчас потом на детальный переключимся, еще раз пройдемся. Угу. 7 метров? О, показала рыбку, ну, поверху какая-то, ну, скорее всего, водоросли.
6,7, 6,7. Да, 6,3. Ему пошла вот бровочка уже. 6,3. Ага. Ну, уже пошло к 5, там 5,4. 5,5, 5,4, 5,3, 5,2. Ага, ну понятно. Вот. Ну, сейчас еще вот вымотаем. Посмотрим, кстати, здесь вот возле ребят поплавочников. Это что, диппер, да? Да. 2,70 метра, Паша, вот здесь. Да, кстати, видно, да, вот где рябь идет, а да. Потом после ряби идет такое, как полоса такая, да? Противоток идет, да. Противоток? Ну да, получается, где идет русло, сильнее течение, и ветер не дает ряби быть как бы, ну вот, в одном как бы фазовом, скажем так, моменте. Состоянии, да. Да, той водой, где течение меньше. И оно отличается, сразу выделяется. Вот как бы его видно, вот если даже так вот встать и посмотреть там по бликам. Вот русло идет. А, ну как бы оно глажено. Это видно. Кстати, да. Очень, очень видно. Вот русло идет, да, его заметно сразу. Но здесь камера что тоже передает, да, вам. И холод, как бы ничего не нужно, вот видно четко русло. Да, да, да. Смотрите. Очень надеюсь, что вы увидите его. Там потом уже то есть, по сути, даже не нужен эхолот для того, чтобы определить, где русло. Да, да, да. Друзья, ловите лайфхак. Смотрите прямо на рябь на реке и сразу определяете, где русло находится, где глубины, вот, где потенциально находится рыба. Хищноловы знают это, особенно там, где водоворотик, вот эти противотоки, они обожают, там сразу стоит в омуте какой-то интересный хищничек. Друзья, это Андрей, рыбацкая беседка, тоже YouTube-канал, так что если что, заходите на его YouTube-канал, да, и смотрите на... Обычно я везде, как бы где бываю на рыбалке, вот с эхолота, запись экрана выкладываю на канале, там геолокация есть, то есть в принципе вы уже находясь там будете знать, что сегодня у вас будет находится. Видео на нашем, ну то есть на этом месте будет видео? Ну, пока я не снимал, потому что еще как бы мы полностью не разложились, мы так еще... Вы сегодня отдыхаете? Ищем ключик. У вас релакс? Нет, мы ищем ключик. Я вас понял. Ключик. Так, барабанная дробь, друзья. Там, Валера там, идет там, к там, нас. Там, да, да, да. Да. У Валера зато есть полотенце, вы поняли, да? Тут все по-взрослому. И вы мне пока делаете кофе. Я уже... Уже готов. Я уже тебе и сахар кидаю, рыбить. Валера. Валера, между поплавками, короче, и моим удилищами. Ага. И каждому карпа найти и насадить на... Не, вот здесь. Да. Валера, вот на те удочки карпа цепляй. У-ху-ху, красавчик. Вода холодная, Валера? Проблема в том, чтобы... А, блин, тут болото. Давай руку. Не, грязь не будет. Друзья, октябрь месяц. Все вот для клёва. Это клёво. Это клёво. Какой водичка. Супер, освежает. Красавчик. Вот это да. Ваша кава. Ну, подожди. Дай вытру. Вытрись. Супер. Вот такие вот у нас подписчики канала «Всё для клёва». Вы поняли, да? Октябрь месяц. Сегодня какое число? 18-е, 19-е? 19. 19, ну, да? Погода хорошая. Шикарная. Вода тоже. А все остальное плавка взвесил 7,5. Паша, ну покажи, что там у тебя. Краснопера. Так. Настоящая. Уха. Угу. На уху, да? Да. Ну, это вкусная уха. Ну да. А, будет целевая. Так, да, Сергей, что там у тебя? Да, словил трофей свой первый. А, ну. Вот такая. А, так это 16 на сома, да? На сома, да. Маленький крючочек. Ого. Вот на палец крючочек. Ага. Такой. Так что сейчас буду сома ловить. Ну все. А как ты его поймал? Подцепил, да? Ну да, зацепил. Думал, рыбу тяну. Тяну снасть чужую. Без рыбы. Ну все, огонь. Насади, у тебя есть черный червь? Есть. Ну все, огонь. И рыбы не останется. Вот клевала, Вина. Вы рыбы говорите, кто-то клевал, да? Вина поклевал. Там, короче, куча рыбы везде. Она только вытягивается.
на картаминовой клевал. Да. Хочешь его забрать? Есть рыб? Есть. Да. О, даже ведет рыб. Паш, о, я все складываю. Что такое? Опять маленький горов? Да, нет. Большой карась? Только большой коробчик. Маленький коробчик. Маленький коробчик, да? Ну, это под килошку. Да нет, какая под килошку. Только делить на два. Там даже 600 грамм нету. Полкило рук. Полкило, да. Скажи, чтобы папу позвал. Да. Мама. Позови папу. А лучше еду тут про бабушку. Ну. Так, Леня, что там у тебя? Рассказывай. Карась. А ну покиш. О. Хорошенький. Походу он нормальный, да? Да, не протокольный. Я тебе скажу, что он на уху пойдет. Да. Будем уху есть. Уху есть. Еще на месте. Друзья, у нас полный штиль. Начинает уже греть огонь. Шашлык уже готов к тому, чтобы его жарить. На столе такой небольшой беспорядок. Ну, короче, как обычно. Не, приехал. Дэвид, друзья мои, у меня тут львовских, наверное, за тех рыбаков, которые решили, поверили и решились приехать сегодня. У меня это прекрасное место. За тех, кто не побоялся, за тех, кто изменил свои планы, да, и все-таки приехал. А если не изменил? Подстроил свои планы. Даже. А если у кого-то это было все в планах? Все. А для тех, кто... Я даже стоя хочу выпить. У кого было это в планах поехать на рыбалку? Вот за Сережу, который год Ждал этого. Три дня работы, ну, блин, я его так просто оставил, ну ладно, потом. О, как-то даже. И да, я читал, как ты писал. Ну вот та же самая ситуация, что мне. Я год мечтал обратно приехать сюда, да? Я решил приехать. Чекал сообщение уже, коли прихожу. Помнишь песню на 9-й международной конференции за рыбалку в Женеве? Выступали. А я люблю рыбалку. Прошел хоть один форум. Да будет. Уже сегодня был. Ну, один уже был. Его сумму, нет, то был короб, не короб. Не то был маленький. Нет, коропец. Коропец. Нет, ну, мы же про нормальную рыбу говорим. Да. Сейчас, ну все, сейчас будет. Да ты сейчас весь стол запачкаешь. Да? Будем. А тут под ногами просто ящик. Там можно не чокаться уже. Между... А, да, глаза здесь прямо. Смотри, смотри. А так они около подснов, где палатка. Смотри, да, под деревьями. Да. Смотри. А это кто? Бог его знает. Не матюкайся. Начинается экшен. Кто был? Надо пацанам показать, я манюш не в курсе. Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Сегодня в очередной раз мы решили приехать в Вилково, чтобы порыбачить в Дунае. Уже как бы начинается у нас традиция такая, и это очень здорово. Компания у нас небольшая была в прошлом году, а в этом уже в два раза больше. Уверен, что в следующем году у нас будет еще больше. Планируем быть на рыбалке примерно где-то дня 3. Еще, честно говоря, даже толком и не решили сколько. Провизии взяли на неделю. И уверен, что у нас все получится. Это первая часть видео. Скоро ждите продолжения. Ну и приятного всем просмотра.